тюрьмаешь. Слушайте меня внимательно. Мы отправимся в набег во благо клана. Поселение не отстроить без добычи. Наконец-то! Разграбить монастыри христиан будет... Это легче... Так, саксы знают, что мы здесь. Монастыри будут хорошо охранять. Монахи с их молитвами нам не помех. Кто нас развлечет? Не знаю, слыхали вы о том или нет, но я большой мастер строить корабли. Когда мне было всего 13 зим от роду, я придумал, как сделать лучше наши дракары. Сделать их прочнее. Сейчас уже никто не помнит, что это придумал я. Но в те времена мое изобретение восхваляли по всей Норвегии. Как-то я был в море с отцом, и нас занесло в опасные воды. Тихо! Спорим, там куча серебра. Я сам не справлюсь.
Но не стоит оставлять добычу. Сюда, на помощь! Помоги мне, скорей! Все, возвращаемся на корабль. Ура! Ура!
Славный был день, и все вы хорошо потрудились. Пора возвращаться домой. А ты уверен, что где-нибудь не найдется еще пара золотых самородков? Я уверен, нет. Эйвор, сколько засечек? Засечек? Так, я не веду счет убитым. Их чересчур много. Ну, конечно, брат Волк. Я вот убил 26 вроде как. Да, когда мы прибыли, их не было и дюжины. Нет, нет. Ты их не видишь. Они напали из леса. Ты что делаешь? Поднимай парус! Встанем тут! Можем продолжить. Кузница куда просторнее, чем моя старая в Форнбурге. Заходи в любое время. Лучше меня, кузнеца, ты нигде не найдешь. Конечно, Гуннар. Зайду. Эйвор, что привело тебя ко мне? Эйвор, сюда. Для чего эта комната? Для моего верного клинка. Для тебя. Чтобы поспать, отложить топор и побыть наедине с собой. Тебе нравится? Она мне подходит. Но мне бы хватило и простой койки у причала. Я не лучше других воинов. Дело вовсе не в этом. Ты нужен мне рядом, в нашем длинном доме. Хоть я и ярл нашего клана... Мы правим им вместе, как и всегда. Так что начинай обживаться. И встретимся у конюшни, как закончишь.